Уважаемые учащиеся школы Семи Ключей, дорогие друзья, время приближает нас к новому 2021 году. Вокруг витает атмосфера праздника, улицы сверкают различными гирляндами, все суетятся, исправляя полугодовые оценки. Каждый из нас с надеждой и волнением ждет наступления нового года. Любой может почувствовать, как рады учителя, выходя наконец на праздники, как рады родители, которым целых 2 недели не придется вставать к 8 и ехать в школу. И, конечно же, как рады ученики, которые смогут забыть про учебники. Мы должны насладиться этими редкими, но важными днями с семьей. Несмотря на то, что время карантина, их трудно было назвать редкими. Каждый из нас может отвлечься от забот и ждать новогоднего чуда. Дорогие друзья, этот год выдался непростым для каждого из нас. Устный экзамен у 9 классов во время карантина, дистанционное обучение в течение 3 месяцев, отмена ОГЭ, к которому все уже были готовы, и нетрадиционная линейка в День знаний. Именно эти непростые события сопроводили 2020 год. Каждый приспособился к новому формату обучения, приобрел новые навыки, стал сильнее и организованнее. Все мы достойно прошли этот период. Хочется пожелать в первую очередь здоровья. В данный период оно особенно необходимо. Пусть близкие всегда будут рядом, в доме будет тепло и уютно. Учителя радуются успехам учеников, ученики восхищаются интересными темами и уроками, а самоуправление поражают новыми идеями. Дорогие учащиеся, всего несколько мгновений отделяет нас от Нового года. Пожелайте всего самого наилучшего своим близким. Скажите добрые и искренние слова тем, кто дорог. Для каждого из нас очень важна забота и внимание. Ведь когда миллионы людей испытывают такие светлые чувства, мир наполняется любовью и доверием. Мы искренне желаем вам всего самого наилучшего в этом новом 2021 году.